Привет, друзья! Год назад мне пришла в голову идея сделать автоматическую фотостудию, потому что мне всегда хотелось иметь хорошие фотографии себя, но доверить себя снимать какому-то незнакомому человеку я не мог. К тому же рынок фотографов, он какой-то мутный, примерно такой же мутный, как рынок такси до прихода агрегаторов. При этом кажется, что нет ничего сложного взять, арендовать комнату, поставить туда свет, поставить камеру на штатив и дать человеку пульт, на котором можно включить серийную съемку. Я попробовал это сделать, и оказалось, что не так-то все просто, потому что можно поставить в центре комнаты стул и сказать, что надо сесть на этот стул, тогда все будет работать. Но фотографии получатся абсолютно одинаковые, это будет очень неинтересно. Я попробовал сделать студию, в которой человек может перемещаться вперед-назад, и сразу же всплывает куча проблем. Например, оказывается, что люди почему-то все разного роста. Вот. К тому же, когда человек ходит вперед-назад, то камеру тоже надо как-то перемещать. Это первая проблема. Вторая проблема с тем, что свет обычно ставится только для того, чтобы человек находился в каком-то определенном месте. И сделать какой-то универсальный свет тоже довольно-таки сложно. В общем, я занимался этим в свободное время примерно год, и сейчас уже получилось что-то более-менее рабочее. И я хотел бы об этом рассказать. Первая проблема с тем, что когда человек перемещается по комнате, на него надо наводить камеру. Ну, еще люди разного роста. Решается это с помощью определения лиц. То есть мы берем поток Live View с камеры, и на каждом кадре находим лицо, и после этого нам фотоаппарат надо навести как бы таким образом, чтобы лицо было в верхней части кадра, чтобы была правильная композиция. В идеале надо поступательно перемещать фотоаппарат вверх-вниз, таким образом, чтобы оптическая ось объектива была всегда горизонтальна. Но сделать это у меня сразу не получилось. Но зато получилось найти поворотно-наклонную платформу. Вот, с помощью наклонов тоже можно наводиться на человека, но при этом надо понимать, что если очень сильно наклонить фотоаппарат, будет неправильная перспектива. Немного она исправляется, если мы запоминаем угол, на который наклонили фотоаппарат, и после этого в RAW-конвертере делаем коррекцию перспективы. Оказалось, что это работает вполне себе отлично. Вот так все это выглядит. Вращается с помощью двух коллекторных двигателей со встроенными редукторами, от которых идут ремни к шкивам. С помощью вот этого шкива оно вращается вокруг вертикальной оси, вокруг горизонтальной оси вращается похожим образом. Вот двигатель, редуктор, ремень, шкив. Изначально здесь можно было просто подать напряжение на один или на второй двигатель, и платформа начинала вращаться в ту или иную сторону. Так как мне надо было задавать угол поворота платформы, я прикрепил сюда переменный резистор, который теперь мерит угол. Управляется это с помощью Arduino, на которой стоит мотор Shield, который позволяет управлять мощными двигателями. С компьютера это все управляется через USB сериал. Вот так оно следит за моим лицом. На сегодня все. В следующий раз я расскажу про автоматическое определение экспозиции.